А тем временем рядом с озером Чебаркуль обнаружили 6-метровую воронку, предположительно от одного из осколков. И эти кадры мы получили буквально несколько минут назад. Но вот что нам сообщил руководитель пресс-службы Центрального военного округа Ярослав Ращупкин. На берегу Чебаркульского озера, противоположному одноименному населенному пункту, военнослужащие отдельной танковой бригады, дислоцированной неподалеку, обнаружили предполагаемое место падения одного из фрагментов метеорита, которое представляет из себя воронку с диаметром около 6 метров. К месту предполагаемого падения были немедленно вызваны сотрудники органов внутренних дел, организовано оцепление. К работе приступили специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, которые в настоящее время проводят радиохимическую разведку местности. Пока, по первичной информации, радиационный фон не превышает нормы. Ярослав